Выгодно покупать автомобили Рено в Нефтекамске. Терамобил на Янаульской 1А. Маленькую Карину родители буквально носят на руках. И не только потому, что очень любят. Просто иначе каждая вторая прогулка будет заканчиваться горькими слезами. Часто, каждый день. Стирка каждый день. Потому что дети хотят играть. И вот они бегают, резвятся и нечаянно могут друг друга толкнуть или сами упасть. Это еще не так страшно. Бывает еще хуже. Повезло, что пока еще не было затяжных дождей, но даже сейчас дорога будто болото. А вот как она выглядит обычно, особенно по весне. Картина впечатляющая. Неудивительно, что машины скорой помощи сюда тем более не проедут, и больного придется нести на руках, увязая по пояс в этой каше. Не всякий КамАЗ здесь проберется. А из 40 жителей улицы Тихая половина – дети. И это единственный путь в школу и детский сад. Об играх на свежем воздухе и вовсе речи не идет. По этой улице мы ходим каждый день в школу. Тут очень грязно. Мы одеваем обувь по погоде. Чаще всего резиновые сапоги и галоши. А однажды я ехал на велосипеде, подскользнулся об грязь, колесо заехало в колею, и велосипед упал на бок, и я упал прямо в лужу. Мама тогда в очередной раз очень ругалась, но уж, конечно, не на ребенка, а на власти, которые много лет не могут решить их проблему. Устав ждать, люди решили взять дело в свои руки и принять участие в программе поддержки местных инициатив. Соседи объединились, все обсудили, составили смету. Дорога обойдется в 1 200 000 рублей. С каждого дома, а их здесь 14, придется скинуться по 10 тысяч. Но людей на это готовы, потому что на один только стиральный порошок уже истратили гораздо больше. Мы тоже не сразу согласились на это, но потом мы подумали, неоднократные собрания у нас были, что все-таки нам деваться некуда, потому что вот мы знаем, многие микрорайоны живут, ну, до сих пор в грязи, и нам уже, ну, невыносимо это. Мы в начале улицы оставляем машины наши, деток на руках, тут пройти абсолютно невозможно. Да хоть домой не возвращайся иной раз. И так живут уже более 10 лет. Теперь решили все исправить сами. Да и дети уже с нетерпением ждут, когда дорога перестанет быть полосой препятствий. Чтоб кататься на велосипеде, самокате, на роликах. Люди очень надеются, что им удастся пройти конкурсный отбор, а конкуренция в этом году высока, как никогда. В одном Нефтекамске на участие в программе официально заявлено 98 проектов. Но жители Тихой улицы очень хотят попасть в число счастливчиков, чтобы детство их малышам не запомнилось грязью и лужами. Гипермаркет «Золотое руно» – это 30 тысяч квадратных метров кухонь, диванов, шкафов, санок, игрушек, самокатов, колясок. В целом почти 15 тысяч наименований товаров. Ежемесячно минимум две новые фабрики поставляют товар в «Золотое руно». Гипермаркет завоевал доверие не только покупателей, но и производителей. С ним сотрудничают 10 главных банков страны. Многих покупателей волнуют вопросы, откуда берется такая низкая цена на товар и каковы гарантии. На эти вопросы нам ответил директор компании «Золотое руно» Александр Смирнов. Во-первых, мы закупаемся в огромных количествах и работаем только по предоплатной системе. То есть объясню по-простому. Мы в этом году оплачиваем товар, допустим, 200 кухонь, и нам их привозят только в следующем году. Это дает преимущество фабрике вовремя закупить сырье по самой низкой цене, а нам гарантируют самую лучшую цену. Мы лояльны к нашим клиентам и берем на себя всю ответственность за качество продукции. Можете смело у нас покупать, если будет что-то где-то, какой-то дефект в какой-то мебели, мы без проблем даже в ущерб себе его заменим. Самые низкие в городе цены, гибкая система скидок, кредит на выгодных условиях до 3 лет и рассрочка до 10 месяцев. А в данный момент в гипермаркете действует акция «Ликвидация летнего товара». То есть летние коляски, самокаты, велосипеды, гироскутеры сейчас можно приобрести по самой выгодной цене со скидкой почти до 50%.
Самое первое – это то, что здесь очень большой выбор, очень большой ассортимент из разных фабрик, разные фирмы. Цены, самое главное, меня впечатлили это цены, очень низкие. Давно искали себе велосипед, вот мы нашли, при этом большом выборе. Здесь очень интересная цена по сравнению с тем, что были летом или перед летом, весной, допустим, цены очень высокие, а здесь и цена, и качество нас очень поразило. И мы остановились на этом выборе. Решили обновить мягкую или корпусную мебель? Тогда вам в «Золотое Руно». Подумали о приобретении мебели в детскую комнату или офис? Вам непременно в «Золотое Руно». Решили заменить кухонный гарнитур, чтобы вдохновенно готовить близким вкусные блюда? Спешите в «Золотое Руно». А еще, если вам нужны комфортные кровати, детские игрушки, спортивный инвентарь, постельные комплекты и многое другое, то вас с нетерпением ждут в гипермаркете. Ежедневно с 9:30 утра до 8 часов вечера по адресу Янаульская, 1, ХПФ, Искош. Спешите, выбирайте, приобретайте с выгодой для себя.